Во! Превосходно. С папой. Фотка с папашей. В жопу это все. Хреновый из меня фотограф. В Скайриме получился бы. Ты это видишь? Невероятно. Нет, я не вижу, я нахрен слепой. И добрался сюда по стеночке. Так, в тех маленьких коридорчиках в 5 раз больше было фалмеров, чем здесь. Ван Дам! Чё, не знаешь ответ на этот вопрос? Вот не надо мне тут шаманить. Посох огненных стрел. Интересная штука. Что это за посох? Вспышка пламени наносит 31 единицу урона. Подожженные несут дополнительный урон. Сарануша, иди сюда. Да. Буду тебя нагружать как магу. Посмотрим, на что ты годишься. Если ты считаешь, что это поможет. Так. Во-первых, на тебе. Вот это. Да какие квесты? Ну что ты. Я теперь буду таскаться с 8 килограммами веса лишними, которые нельзя, блин, никуда вообще деть. Я этот квест уже выполнил 100 лет назад. Ладно, на, держи эту херню. Возможно, она тебе пригодится. Так. У вас должны быть сундуки. В доме. Вот сундук. Ну, хотя бы аметист положили. Хм, розовые бревна. Так, ладно, давайте поднимемся туда. Мне интересно посмотреть сверху на все это. И может быть здесь что-нибудь есть. Ага. Конечно, есть. Так, дверь центральную открывает, это хорошо. Здесь у нас ломать ничего не надо, это плохо. Я перегружен, превосходно. Че там понабирал-то? Так и знал, что всякую фигню взял с собой. Случайно. И не очень. Тяжелый, блин, 15 кило весит. С каких-то таких-то. Отличненько. Слушайте, еще один взлом какой-нибудь удачный. И новый уровень будет у меня. Ладно, спускаемся. Так, стоит туда зайти? Я думаю, о, господи. Как этот фалмер уживался здесь с пауком? И где вообще все? Здесь только палаток их. Я даже не знаю, как назвать. Будем называть это палатками. А никого нету, один только чувак. Даже трупов нету. Которые могли появиться здесь вследствие нападения этого паука. Зато стрелы есть. Вещи только. Хвост злокрыса. Бедный злокрыс. Без хвоста где-то ходит. О. Ну, с этого я, конечно, никакого левела не получу. Лунная руда. Хорошо, давайте сохранимся еще раз. Раз уж на то пошло. Так, а здесь что? Ученик, хорошо. Эй, ну давай без этого. Зачем мне с такими темпами ломать? Отмычки. Так, все, да? Ага, тут еще все не просто так. Надо еще успеть добежать. Так, тебя я обыскивал, да? Странно, я не помню такого.
что это за борода растет на камне? Я, по-моему, только одного фалмера здесь убивал. А нет, видимо, это он и есть. Дайте только не заставляйте меня использовать всякие там крики для того, чтобы добежать быстрее. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай сюда, давай быстрее. Хорошо. Вполне демократично, я даже не понимаю, зачем было закрывать все это дело, чтобы я отсюда выйти не смог. Все равно выйду. Будет глупо пытаться удержать меня здесь с помощью какой-то железной решеточки толщиной с два пальца. О, здрасте, приехали. Кто там? Кто там? У меня закончились рифмы. Господи, только не паровая ванна. Скороварка ходящая, блин. Ладно, хочешь по-плохому? Тогда я достану булаву. Хотя ты какой-то слабак. Если честно. Эбонитовые стрелы. Это интересно. Ключ от подъемника Альфтанда. Ну и, конечно, сердечник генератора Центуриона. Центурионы. Даже вы теперь мне не страшны. Осталось только троллей ваншотить. Горных. Или как я... Горного великана. О, великанов. Здесь уже готовенький труп. Посмотрим, что у него. Изумруд. А, это здоровые грибы, что ли, такие? Интересно. Похоже на этих страйдеров из Моровинда. Так, сундучок, надеюсь, запертый. Заперты, но немножко. С него опыта я не получу. Так, безупречный сапфир. Зелье магии. Так, созданные вами зелье на 15% сильнее. Вот это вот интересно. Пригодится, если я буду заниматься алхимией. А я и буду заниматься, я не могу пропустить такой аспект в игре. Жирный довольно-таки. Пора уходить. Разве мало было смертей? О, конечно! Ты хочешь, чтобы я ушел? Так и ждешь, чтобы я повернулся спиной? Чтобы вся слава досталась тебе? Тут кто-нибудь пора есть? Покончить. Что там? А я думал, вы призраки! Нормально. Немножко ошибся, простите. Но зачем же убивать-то сразу? Вы даже не понимаете, кто я. Вы хоть мое имя спросили, я Армен. Меня зовут Армен, тварь ты женскополая. Че ты меня по голове пытаешься дубасить? Че такое-то? Что за нравы, что за люди? Отправляйся туда же. Что у него за меч такой интересный? Топор. А это что такое? Это не... А, это у него. Хрень какая. Что у вас есть, господа? Нежить третьего уровня и ниже обращается в бегство на 30 секунд. Он как бы говорит, мой меч херня, убейте меня. Я же беззащитен с ним. Если только вы не нежить третьего уровня и ниже. Существа и люди обращаются в бегство. Тоже интересно. Атакуют всех подряд. Это уже интересно, но... Твою налево, как я задолбался с этим весом. Уровень мне бы дали прямо сейчас. И было бы все нормально. Допустим. Возможно, мне сейчас дадут опыт за это все. О, господи, не надо.
Давай я тебе отдам что-нибудь еще. Если ты считаешь, что это поможет. Конечно, поможет. Не знаю, мне. Не сдохнуть от перегруза. Сохранимся. Так, а это нет. Нет, это открывается. Это выход, это хорошо. Выход недалеко. Уже радует. Но нам сначала сюда надо. Черный предел. Что-то мне не нравится название этой локации. Ну, конечно. Психодел стайл начинается. Far Cry 3 сосет с его пещерами по сравнению с этим. А здесь не такие уж простые ребята будут охранять все это дело. Давай-ка. А нет, я думал, он светится, потому что он какой-нибудь маг. Мало ли что. Просто его это зарядило позитивом немного. Так, и фалмеры, все вперемешку. Люди-кони, фалмеры эти. Инвалидные коляски с мечами. Подыхать-то будешь? Спасибо за понимание. Кто следующий? Жди, пока у меня мана не восстановится. Ну убей сама, тварь. Ну что тебе, влом что ли? Совсем обленились. Икра рыбы-убийцы. О, господи, он собирался выращивать рыб-убийцу в массовых количествах. Что, простите? Шлем? Фалмерский? Тяжелый? Плюс 8? А я что делаю? А, у меня магический шлем, понятно. Мне кажется, ли там кто-то есть? Там то ли мертвый Центурион, то ли развалины какие-то непонятные. Полевая лаборатория Центуриона. Это целая локация еще одна. Как в этот загробный мир с духами. Я думал, я заканчиваю это задание, и вдруг... Вместо маленькой комнаты я вижу целый подземный, блин... регион. Выяснить свойства алого корня Нирна. Сейчас какое-нибудь божество со мной по-любому будет говорить. Так, пища. Нет, ингредиенты. И что? Мне все четыре, что ли, надо выучить? Изучить, вернее, свойства. Мне придется сожрать огромное количество этих корней Нирна, чтобы выполнить этот долбанный квест. А вот и второй. Я не знаю, видите ли вы что-нибудь, но лично я ничего не вижу. Кто там? Вижу только, что здесь какая-то херня непонятная. Детеныш Коруса Охотника. Отлично. Напоминает Borderlands 2. Помните, там такие же херни летали, которые меня бесили постоянно. Долго будешь думать? А, Пеле включил. Кафе Пеле. Ногой, блин, размахался. Усик Коруса Охотника.